Сегодня в Государственном совете прошла предсезонная встреча казанского «Зенита» с руководством команды и президентом Республиканской федерации волейбола Фаридом Мухаметшиным. От блистательной дружины ждут побед на всех фронтах и в российском первенстве, и в Лиге чемпионов. Для этого коллектив пополнился 6 новичками. Им вручили форму, тюбетейки, пошутили, что троечники не нужны, намекая на прошлый бестрофейный сезон. Тогда гладиаторы плелись в хвосте. Этот год для нас особенный. Таким, каким был год, когда мы после победы сборной нашей страны на Олимпийских играх. Помним все эмоции в стране, любовь к волейболу, притягивание болельщиков на спортплощадки. Волейбол получил мощный, прорывной такой импульс. И я думаю, что та победа, которая произошла нашей сборной в игре с Италией за чемпионство в Европе, это тоже очень серьезный сигнал, очень серьезный толчок для всех и спортсменов, и тренеров –